Привет, друзья! С вами Дарика. Сегодня мы будем готовить вот такие красивые оладьи из белокочанной капусты и брокколи. И вот какие продукты нам понадобятся для их приготовления. Такие замечательные, очень нежные, мягкие и вкусные капустные оладьи у нас сегодня получились. Они обязательно придутся по вкусу даже тем, кто совсем не любит капусту. Попробуйте приготовить такие оладьи сами, а еще подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и пишите свои комментарии. Всем очень рада, спасибо за внимание, до новой встречи, друзья!